На телеканалі «Репортер» час економічних важливих розмов. Військовий стан, економічний удар України, триває війна, збільшуються проблеми економіки, які завдає її ворог. Це не дивно. Обговорюємо ці проблеми і робимо якісь прогнози з нашим експертом постійним, доктор економічних наук Сергій Олексійович Якубовський. Ради вітати вас, Сергій Олексійович. Здравствуйте. Отже, перше питання. Ну, ви здогадуєтесь, вийшли ми на вулицю, побачили, як поводять себе обмінні пункти, і долар, я так розумію, відпустили. Відпустили у вільне плавання, і ось він собі щось тут плаває від одного берега до іншого. Які прогнози, не питаю, чим це завершиться, тому що крапку, мені так здається, ще зарано ставити. Ви абсолютно праві. В течение останніх нескольких недель в Україні произошло несколько очень важных событий в сфере экономики, которые могут повлиять на очень многое в нашей стране. И вот один из индикаторов тех проблем, которые сейчас очень ярко проявились, это валютный курс. Значит, начнем с первой проблемы. Первая проблема связана с дефицитом бензина в Украине. Где-то месяц назад стало понятно, что после ударов Российской Федерации по единственному нефтеперерабатывающему заводу в Украине и по хранилищам бензина, в Украине может возникнуть дефицит. И, в общем-то, его можно было достаточно легко решить. И, в принципе, все ожидали, что проблема будет решена к концу апреля, начале мая. Однако, по совершенно непонятным причинам, правительство совершило ряд достаточно грубых экономических ошибок, и прежде всего это было связано с тем, что ввели предельные цены на нефтепродукты. Это полностью противоречит законам рынка, и это, согласно законам рынка, привело к тому, что возник дефицит на рынке нефтепродуктов. Мало того, в условиях дефицита многие нефтетрейдеры просто пренебрегли решением правительства и стали продавать бензин полулегально, либо, можно сказать, нелегально, в обход тех платежных систем, которые существуют в Украине, которые установлены решением и Министерства финансов, и Национальным банком. И в результате, мало того, что у нас наблюдается дефицит, но еще и значительная часть нефтепродуктов продается по различным схемам. То есть мы вернулись с рынком нефтепродуктов ориентировочно 92-й год, первый год независимости. Ну и здесь главная причина – это, конечно, совершенно беспомощные действия правительства, включая ошибочные решения по регулированию цен на дефицитном рынке. Вроде бы, наконец-то, жаль, что потребовался месяц, правительство поняло свою ошибку и с 17 мая сняли ограничения на предельные цены на нефтепродукты. Однако пока мы в ряде видим разницу в ситуации, кроме того, что цена там, на 10-15 гривен уже официально выросла на тот бензин, который продается все-таки в Украине, но я думаю, что эта проблема в принципе будет решена, потому что правительство согласилось с тем, что оно не может повлиять на рынок нефтепродуктов, что, кстати, очень странно, потому что огромное количество министерств этим занимается, огромное количество людей за это получают заработную плату, и такая беспомощность правительства, она, конечно, поражает. Но это не главная причина, по которой ситуация резко ухудшилась в экономике. Главное событие произошло 14 мая, когда в достаточно известном экономическом журнале английском The Economist появилось интервью министра финансов Украины Марченко. И вот он для всего мира заявил, что в случае, если Украина продолжит войну,
то через 3-4 месяца произойдет серьезный кризис в системе государственных финансов, и государство, во-первых, будет вынуждено резко повысить налоги в экономике, и второе – начать национализацию в экономике. После такого громкого заявления вот реакция наступила. Да? Резко возрос спрос на иностранную валюту, потому что, знаете, вот любые заявления о национализации, причем речь не идет о национализации там, активов стран, которых мы сейчас причислили к агрессорам, это и Россия, и Белоруссия, а новой национализации, которая неизвестно кого коснется, а учитывая, что уже заморожены активы России и Белоруссии, то значит она коснется украинских собственников, либо собственников из стран ЕС, из стран, которые поддерживают Украину. И второе, это, конечно, если планы министра финансов реализуются, и в условиях войны, когда все стали жить с точки зрения экономического благополучия хуже, кто-то очень плохо, потеряли работу, многие компании закрылись, кто-то работает, но значительно сложнее сейчас, чем раньше. Если министр финансов реализует идею, я так понимаю, правительства, президента о резком росте налогов, о чем он сказал, то вы понимаете, что ситуация станет намного хуже, потому что когда в кризисе находится компания, но работает и выплачивает заработную плату, пусть в меньших объемах, но выплачивает, а министр финансов предлагает резко увеличить налоги, то вряд ли от этого деятельность компании станет лучше, а скорее всего наоборот. То есть вот такое резкое заявление министра финансов повлияло на ситуацию на валютном рынке и в целом на отношение к Украине, потому что условия, когда все-таки наши партнеры поддерживают Украину, дают денег, ну, не так много, как хотел бы президент и министр финансов, но дают там, ну, в районе 3 миллиардов долларов в месяц, предлагать в случае, если Украина продолжит войну, резкий рост налогов, это, на мой взгляд, ошибка. Хотя, наверное, какой-то план есть у президента, зачем министр финансов в таком, опять-таки подчеркну, важном для мировой экономики издании, как The Economist, озвучил вот такие планы правительства. Ну, ми бачимо, що гривня опустилася. Паливо буде коштувати, ну, по-білому, я вже говорю по-білому, дорожче. Це все буде впливати на, як то кажуть, покупательську способність населення. Населення з об'єктивних причин стане бідніше. Що ми побачимо найближчими тижнями, ну, і місяцями? Я, ну, про місяці не буду говорити, тому що швидко змінюється ситуація, але все ж таки продукти харчування, можливо, транспорт на нас на все чекає подорожчання. Це зрозуміло, але хто зможе дозволити собі бігти за цими цінами, за доларом, за паливом і таке інше? Патова ситуація. Понимаете, сейчас многое зависит от реакции президента. Президент, который, ну, вел себя и патриотично, и абсолютно правильно в начале войны, он объединил нацию. В последнее время, к сожалению, немножко отошел от ситуации в Украине и большую часть времени тратит на то, что вот выступает за рубежом. В частности, вот он получил уже 27 докторских степеней от различных университетов, американских, выступая там. Я, конечно, понимаю, что международная деятельность, она сейчас важна, но, в принципе, по-моему, мир уже принял решение касательно войны в Украине. Мир, цивилизованные страны, уже на стороне Украины. И если президент и дальше будет тратить время на то, чтобы вот он недавно выступал в парламенте Мальты, есть еще африканские страны, где он не выступал. То есть если ситуация в экономике не привлечет внимание президента, если вот не будет опровергнуто заявление министра финансов о национализации в Украине, о резком росте налогов,
то я думаю, что ситуация может выйти из-под контроля, потому что, знаете, подавляющая часть украинцев едины в своем желании быть вместе со страной и побеждать в этой войне. Но если министр финансов заявляет, что несмотря на те трудности, на те потери, которые несет население, люди, а ведь кто находится в вооруженных силах, у них есть тоже семьи, дети, и они тоже не могут не думать о том, что будут есть их дети, как будут передвигаться их родители и так далее. Да? То есть нельзя вот абстрагироваться от ситуации в тылу. Понимаете, если ситуация в экономике будет ухудшаться, а, к сожалению, она ухудшается, и вот, как я уже отметил, правительство совершает реальные ошибки, потому что вот как с ценами на бензин, причем самое интересное, вот в администрации президента несколько недель назад заявили, что проблема решена. То есть, наверное, люди, которые находятся у власти, действительно не имеют проблем с бензином и видят ситуацию в другом ракурсе. Но реально надо принимать кадровые решения, понимаете? К сожалению, экономический блок правительства оказался крайне слаб. Вот как в армии, да? Если несет поражение какая-то часть войск, то меняют руководителя, меняют генерала, ставят того, кто может ситуацию улучшить. В экономике, к сожалению, вот уже третий месяц войны заканчивается, мы видим те же люди, которые по 150 миллиардов гривен выбрасывали на ремонт и дорог, они теперь распоряжаются международной финансовой помощью и заявляют, что если денег не хватит, то они будут резко повышать налоги. Подчеркиваю слово «резко». То есть очень сильно поднимут налоги, что в условиях военного шока для экономики это будет дополнительный шок, но уже со стороны государства, понимаете? То есть есть агрессор, который действительно затруднил работу экономики, разрушил очень много. И тут вместо того, чтобы принимать меры по реструктуризации экономики, принимать меры по реструктуризации государственной собственности, понимаете? Говорят о том, что наоборот частную собственность будут национализировать и передавать в руки тех правителей экономического блока, которые, к сожалению, ведут себя своей деятельностью крайне неэффективно. Поэтому и вопрос о национализации вообще не могу представить. Кому передадут? Там, Ермаку управление частной собственностью или Арестович будет забирать у кого-то украинцев собственность и будут управлять лучше? То есть это предложение крайне-крайне отрицательное. Я лично считаю, что это серьезная ошибка. Даже говорить о том, что, опять-таки, собственность тех, кто выполняет законы Украины, кто делает все, чтобы Украина победила, будет национализироваться и будет передана вот тем людям, которые, на мой взгляд, крайне неэффективно сейчас регулируют экономическую деятельность в Украине. Ще одне важливе питання, теж не можу про нього не згадати. Десь місяці 2,5 тому, на початку війни, уряд анонсував фінансову допомогу. Невеличку, але що є, і підприємцям, і переселенцям, такі символічні суми, але люди, які залишились без будинків, які вимушені були залишити свою батьківщину і не поїхали за кордон, де там почали працювати міжнародні програми, і людям виплачували сотні євро, а не тисячі гривень. Є різниця, погодьтеся, Сергій Олексійович. Так ось, ті гроші, там 6,5, 2,5, 2, навіть, ось я спостерігаю, спілкуюся з людьми, навіть ці суми, вони вже протягом місяця, а можливо півтора місяці, вони десь призупинились, десь зупинились. Тобто я так розумію, що так, є першочергові завдання там, допомогти там, армії, паливо вирішити, завести, зерно, про зерно я окремо спитаю, але ж ви обіцяли, люди чекають. Можливо, це остання там, можливість, остання надія цих людей на ці там, 6, 2,5 чи 2 тисячі. І ось це призупиняється, є така,
тиха тривога така, я так називаю. Виталій, ви абсолютно праві. Тривога є. Річ не йде о тому, що от, ну, там, кто-то, может быть, не получил 2000 гривен, а получит позже. Речь о том, что, знаете, вот в условиях войны, если президент, премьер-министр что-то говорит, он должен это выполнять. А если президент, премьер-министр говорят одно, а в реальностях там, вице-премьеры, министры поступают прямо противоположно, то в обществе возникает опасение, что, знаете, если руководство вообще не понимает, что происходит, как с рынком бензина. Да? Две недели назад было сказано, что проблема, в общем-то, решена, а она стала еще хуже. То же самое с финансовым сектором. Если мы получаем огромные деньги, их не хватает, но, во всяком случае, нужно прозрачно их распределять. Да, там, пусть, условно говоря, 50% идет на армию, тут это может быть засекречено, но все остальные затраты правительства, все остальные выплаты, да, которые идут вот в качестве помощи, на пенсии, все должно быть прозрачно, должно быть понятно, как эти деньги тратятся. Тем более, кроме помощи со стороны международных финансовых организаций, 50 миллиардов гривен каждый месяц печатает Национальный банк. Как эти деньги распределяются? Дальше. Национальный банк продает золотовалютные резервы где-то на 3 миллиарда долларов каждый месяц. Опять-таки, 3 миллиарда – это еще уже почти 100 миллиардов гривен. Да? То есть это достаточно большие суммы. И общество хотело бы видеть, как те чиновники, которые раньше строили на сотни миллиардов гривен дороги, может, они точно так же эти деньги распределяют? Ведь здесь должна быть прозрачность. Тем более, если правительство говорит, что денег не хватает, они собираются поднять налоги. Поэтому здесь должна быть прозрачность, а ее нет, понимаете? И это очень плохо, потому что как раз в условиях войны воровство и коррупция должны быть сразу наказаны. Их не должно быть, потому что когда люди умирают за страну, с одной стороны, а с другой кто-то, возможно, на бюджетных средствах зарабатывает, то есть люди отдают свои жизни, а кто-то ворует государственные деньги. Такого не должно быть. И должно быть жесткое наказание. Мы, кстати, к сожалению, про это не слышали. То есть много есть у нас сейчас нововведений, там кто-то где-то там слушает райский канал, его наказывают. Это правильно. Но почему не ужесточили наказание за коррупцию и за воровство государственных средств? Ведь сейчас как раз есть возможность поменять Украину. Потому что та Украина, которая была до войны в сфере экономики, опять-таки повторюсь, да, когда на некоторых направлениях ничего не было сделано для того, чтобы сдержать агрессора, при этом сотни миллиардов выбрасывались на дороги, которые разрушены, то за это тоже надо будет кому-то отвечать. Но как минимум эти люди не должны сейчас руководить экономикой страны, потому что ситуация поменялась. Нет сейчас этих сотен миллиардов, которые можно вот распределять между своими компаниями и так далее. Поэтому необходима полная реструктуризация экономики и системы регулирования экономики. Зачем нам столько министерств, как было до войны? Если сам же министр финансов прогнозирует падение ВВП на 45%. Нужны ли нам эти министерства? Скажите, пожалуйста. Как вы считаете, Виталий? Зачем столько людей работают в этих министерствах, учитывая, что в экономике ситуация кардинально поменялась? Если экспорт в разы сократился, а количество чиновников и количество людей, которые распределяют деньги, осталось таким же. Вот в чем проблема. Ну, я вважаю, и мы все так думаем, кто більш-менше стежить за ситуацією, Україну чекає не тільки відбудова, але й перебудова. А перебудова – це і оптимізація, скорочення в дужках. Це не люблять слово, але ми розуміємо. Тому що якби західні фонди і партнери не допомагали, війна кожного дня забирає величезні суми грошей. Так, перш за все, це людське життя, воно безцінне, але якщо ми говоримо так цинічно про економіку, то це дуже великі гроші. Нищаться економічні ланцюги. Системи зв'язку, дороги, мости, заводи.
І якщо Україна, ми всі хочемо, щоб вона перемогла, і якщо це буде якнайшвидше, то відбудовувати, перебудовувати потрібно вже вчора. Вчора потрібно. Я так це називаю. Ну, це така моя думка. Вона жорстка, але потрібно не рожевими окулярами на все дивитися. Я так вважаю. Ви абсолютно праві. Тобто нам не треба встановлювати те, що було, тому що багато із того, що було, це плохое. А нам потрібно нову створювати країну. Вот как Германия после Второй мировой войны, да, она не восстанавливала то, что было в 30-е годы, она создавала новые. Как Япония после Второй мировой войны, понимаете, как Китай после культурной революции, да, они пошли по новому пути развития. То есть трагедия, война заставила людей по-другому посмотреть на свою историю, на свое развитие. А если мы будем восстанавливать то, что было, если те люди, которые были до войны и которые эффективно, условно, в кавычках, управляли нашей экономикой, когда там 40, а то и 50% находилось в тени, когда деньги вывозились. А скажите, пожалуйста, вот сейчас по всему миру арестовывают российские активы. Это правильно. А почему бы Украине не обратиться к государствам, которые арестовывают российские активы, чтобы они провели расследование, а как насчет денег украинских олигархов? Может быть, мы сможем вернуть из тех 100-200 миллиардов, которые были вывезены из Украины, украинскими олигархами, что-то в страну, и это пойдет на пользу. Вот почему вот этот аспект вообще не рассматривают? Знаете, да, сейчас олигархи вместе с народом, но они страдают не так, как народ. Да? Вряд ли кто-то из миллионеров и миллиардеров остался в Мариуполе под обстрелами и так далее. Да? То есть они, во всяком случае, своими жизнями не рискуют, и у них нет проблем с продуктами питания и со всем остальным. Да? Так почему бы не рассмотреть вопрос о том, чтобы частично те деньги, которые вывезены из Украины, вернулись на строительство новой страны. Но про это вообще даже никто не говорит в Украине. Понимаете? Вообще считается, что нам дадут деньги, эти деньги помогут Украине воссоздать то, что было. Хотя на самом деле мы должны показать, что мы другая страна, как Германия после Второй мировой войны, как Япония. И тогда в нас поверят, и сюда пойдут огромные деньги, потому что за счет кредитов и финансовой помощи можно частично залатать деньги в бюджете, но мы не станем новой Украиной только за счет этой помощи. Вот когда у нас экономика изменится, она может измениться, потому что в основном разрушено старое, это старый нефтеперерабатывающий завод советский, старые нефтебазы, да, плохо, но мы можем построить новые, так как это делается в Европейском Союзе. Мы можем перейти на зеленый водород в качестве энергии, понимаете? То, что делается в Европейском Союзе. Вот это, понимаете? Тогда мы не только победим в войне, а мы станем сверхконкурентоспособными после войны. И об этом нужно говорить. Но пока из уст тех, которые, тех людей, которые управляют страной, вот мы только слышим, да, вот мы должны восстановить то, что было. А нам много из этого не нужно, нужно новое. Мы должны стать лидерами, потому что люди сейчас погибают за новую Украину, которая будет одной из лучших стран в Европе. Так, я погоджуюся з цією тезою, але все ж таки щось в нову Україну обов'язково перейде, незалежно від наших оцінок і вважань, а саме аграрний потенціал України. Він нікуди не подінеться, Україна добряче заробляла. Я не говорю там, чи раціонально, чи нераціонально використовувала там свій потенціал, але все ж таки це було добре. Ми всі раділи, що Україна на високих місцях в рейтингу зерноекспортерів. І я вважаю, що це повинно залишитися і в новій Україні. Але ми бачимо, що сьогодні порти заблоковані, залізницею не все можна вигідно вивезти. Світ, Азія, Африка, частина Європи взагалі чекає на продовольчу кризу через те, що Росія заблокувала всі вихіди і порти. І про це ми теж повинні говорити, і що взагалі відбувається з експортом нашої наддорогої сировини. Ви абсолютно праві. Це огромна проблема. И для мира, который столкнется с голодом, и неизвестно, какая будет реакция в беднейших странах мира.
кого они обвинят в этом, потому что, знаете, бедные люди, они не так хорошо разбираются в геополитике, и когда нечего кушать, они иногда там принимают самые простые решения, там, бунты, перевороты, гражданские войны, что было там в Сирии, в Ливии, в Ираке и так далее. То есть здесь Европа может столкнуться с новым потоком беженцев, не только с Украины, а из стран Африки, которые столкнутся с реальным голодом. И в Украине будут проблемы. Почему? Потому что сейчас засеяно где-то 80% площадей от того, что было засеяно в 2021 году. В принципе, для военного положения это хороший результат. Но что произойдет с продукцией, а прежде всего это зерно, после того, как она вырастет на полях, что будет с ней происходить? Что получат фермеры, агрохолдинги, собрав урожай? Получат ли крестьяне какие-то деньги, трудясь на поле и так далее? Понимаете? Потому что порты заблокированы, соответственно, те мощности, которые у нас есть, а их много в Украине для хранения, прежде всего, зерна, они заполнены. Поэтому надо решать вопрос с увеличением экспорта украинской продукции. Опять же таки, мне кажется, что здесь правительство в какой-то степени даже заинтересовано в том, чтобы ситуация не решалась, потому что тогда можно просить больше денег. Вот чем занимается сейчас премьер-министр непосредственно сегодня? Да? Он обращался к министру финансов Большой Семерки с просьбой: дайте нам денег на финансирование бюджета. Опять же таки, я понимаю, что без этого невозможно, но надо предпринимать какие-то собственные меры. И тут есть несколько вариантов. Они, к сожалению, не популярны сейчас, но о них говорят. В частности, министр транспорта Литвы предложил открыть транзитный коридор через Беларусь. Почему? Потому что то, о чем говорит правительство, транзит грузов из портов, например, через Польшу, либо через Румынию, это крайне сложная процедура, потому что колеи железнодорожные, они разные. В Украине, как и в других постсоветских государствах, и той же Польше. То есть необходимо менять составы, потому что у них уже колея, чем у нас. А если, например, предложить частичное снятие некоторых санкций с Белоруссией, да, и за это Беларусь станет транзитным государством для украинского зерна, которое могло бы идти из Украины через Беларусь в порты Прибалтики, потому что эти порты обладают достаточной мощностью, та же Клайпеда и другие порты. Но туда крайне сложно доставить зерно. Например, если доставлять зерно через Польшу в Литву, в Клайпеду, то это 2-3 состава в день. То есть, вы понимаете, это не разгрузит порт. А вот если через Беларусь, то там можно вот загрузить в Одессе и выгрузить в Клайпеду. Я понимаю, что, конечно, в данной ситуации, наверное, нелегко общаться с Беларусью, но, например, тот же генеральный секретарь ООН заявил, что давайте мы снимем частично санкции с экспорта удобрений из Белоруссии, а за это они нам дадут возможность провозить зерно. Я думаю, что об этом нужно подумать. Опять-таки, это предложение, с одной стороны, министра транспорта Литвы, страны Европейского Союза, которая безоговорочно поддерживает нас, и генерального секретаря ООН. То есть вот такие пути. И надо что-то делать, потому что реально пройдет несколько месяцев, и что будет с украинским урожаем, если он начнет гнить в полях? Это будет огромная проблема, это будут огромные потери и для мира, и для Украины. И об этом надо говорить, хоть, опять же таки, вот наше руководство считает, что Беларусь это страна-помощница агрессора. И это правда, но с другой стороны, белорусский народ, он очень сильно отличается от россиян. Если россияне в большинстве поддерживают Путина, то белорусы в большинстве не поддерживают ни Лукашенко, ни Путина. Да, и много, я не помню это слово, героев Белоруссии, которые в первые дни войны блокировали железнодорожные пути и так далее. И одна из причин, почему Лукашенко все-таки
официально не вошел в войну, потому что он понимал, что белорусы категорически против этой войны. Поэтому вот здесь это один из вариантов. То есть надо работать над этими вариантами. Ну, другая ситуация, да, как-то что-то поменять с колеями, как-то вот в этом направлении работать с тем, чтобы упростить экспорт продукции, прежде всего зерна, из Украины в страны Европейского Союза. Но этим должно заниматься правительство. Это вот реальные предложения, о которых надо говорить, думать и, может быть, как-то выходить из этой ситуации. Потому что просто рассказывать, что у нас вот из-за агрессии России, из-за войны России мы не можем ничего сделать, ну так ситуация не будет меняться, а сбор нового урожая уже очень скоро. Я к останній вашій фразі додам, що ось ви б запропонували такий варіант. Не так багато варіантів взагалі. Кілька тижнів тому ми могли б обговорювати варіант, що частину зерна з півдня залізницею доправити до там Рені, з Рені порт загрузити на баржу, далі Румунія і привіт, Євросоюз. Але ж немає сьогодні тієї залізниці. Ворог бомбить той міст вже п'ятий раз, на жаль, і все. Ми на багато місяців об'єктивно на багато місяців залишилися без важливої, надважливої транспортної артерії. Я пригадаю ще розмови кілька років по тому. Мені якось депутати-комуністи говорили, навіщо нам той Європейський Союз? Вони нас заставлять будувати вузькі колії. Ось бачите, коли вони так потрібні, а ми представників політоти з минулого слухали, аби тільки не будувати сучасну залізницю. А зараз обрізані по всіх фронтах, на жаль. От ви абсолютно праві. І багато говорили, є 150 мільярдів гривень в бюджеті, давайте не дороги будемо переділювати, да? А от колії для того, щоб... Во-первых, увеличить экспорт продукции в Европейский Союз еще до войны. Во-вторых, чтобы действительно у нас была единая транспортная система. Но, опять же таки, вот, к сожалению, об этом не думали. Сейчас мы столкнулись с такими... Значит, надо сейчас думать, надо сейчас те же кредиты Мирового банка на эти потратить. То есть конкретно это не должно быть, вот мы получили деньги, потратили их и берем новые, да, вот. Часть потратили, а часть на инвестиционный проект, чтобы, знаете, чтобы бизнесмены видели, чтобы люди понимали, да, нам сейчас тяжело, но вот есть такая инвестиция на миллиард долларов. Благодаря ей там, через год у нас улучшится логистика поставок продукции в Европейский Союз. То есть мы сейчас потерпим, а потом будет лучше. То есть должны быть конкретные шаги, конкретные проекты, чтобы люди видели, что вот есть конкретные цели, которые можно достигнуть там, через полгода, через год. Мы потерпим, да, мы потеряем часть урожая, но потом мы сможем продавать напрямую туда-то, туда. То есть вот такая должна быть политика сейчас правительства. А не в целом говорит, вот все плохо, и нам не хватает денег, давайте нам новые деньги. Дякую, Сергій Олексійович. Як завжди, жорстко, дискусійно, по ділу. Стежимо за економікою країни, вболіваємо за неї, тому що ми патріоти і любимо свою країну, і говоримо про ті проблеми, які є. Дякую вам за цікаву дискусію. До наступних зустрічей. Будемо сподіватися на добрі новини. Залишайтесь на Репортері. На все добре.